впереди еще столько же игр, и будем надеяться, очков они подзаработают все-таки побольше. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Отлично сыграно, надо решать. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Видит партнер и мягонько головой скидывает ему мяч. Тут силовая борьба. Хороший вынос мяча из штрафной. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Атака продолжится через фланг. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Пока неплохо. Не отдает мяч под прессинг. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Руфье. Тащит мяч вперед он. Удар! Я показываю, что будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Тут может что-то получиться. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Увидел открывание впереди, делает передачу. Удар! Вратарь на высоте! Игра головой, мяч остается у его команды. К дальней штанге летит мяч. Вратарь решил отбить мяч. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Попадает под прессинг. Нет, не дошел этот пас до адреса. Очередная потеря. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Такими действиями игру не обострить. Мяч ушел вам. Опять мяч за пределами поля. Получше мячом раскрепиться. Здесь прессинг. Буфон. Баштуш Пимпаре. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Руфье. Насри. Следует скидка. Резкий удар. Самый малости попал в ворот. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Насри. Это может быть опасная атака. Отличный удар. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксировал.
успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Прошу, Кремлич. Баштуш Пимпаре. Насри. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Ди Мари. Модрич. Это может быть опасно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Судья не останавливает игру, потому что мяч остался у них. Можно подавать в штрафную. И мяч. Арбитр назначает штрафную. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Потерял он мяч, но кому он достанется? Голкипер собирает мяч. Ставит корпус, не расстается с мячом. Совершенно логичное решение. Хорошее скидка. И подача туда, в сторону ворот. Мимо цели. Тут сложнее было промахнуться, чем попасть. Да, все шло к тому, что счет в этой игре будет открыт. Однако, не в этот раз. Ничего страшного, бывает. Просто невероятный перехват. Первый тайм. Футбол на Эмирейтс. Едем дальше. Пока неплохо. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Ди Мари. Это может быть опасно. Судья позволяет продолжить. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Насри. Может получиться интересная атака. Руфье. Насри. Удар! Вот это да! Отлично сыграно! Руфье. Да, это был удар. Активнее выглядит эта команда, пытается идти вперед, но не полгода. Редко такие удары достигают цели, но уж если достигают, то голы получаются красивейшие и признаются лучшими и в месяце, и в сезоне, и так далее. Опасный удар. Все это было очень близко к взятию ворот.
пас обратно. Скучновато. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. Повторяет нам сейв. Конечно, очень здорово сыграл вратарь. Мяч летит в центр штрафной. И пробил. Забивает он гол, да. Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Здравствуйте, пожалуйста. Запасть форвард. Питер останавливает игру и вполне карточку, можно сказать, как это. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Кьер. Ищут они разные варианты для атаки. Насри. Не прошел этот пас, мяч у соперника. Мяч в ворота. Хорошая игра головой. Мяч остается у них. Отлично сыграно. Надо решать. Нашли. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Какой опасный был момент! Модрич. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И как опасно пробил! Вратарь! Вот это сейв! Классно как пробил, зрячим. Неудобная была позиция для удара, но мяч немного до отмора не долетел. Прошел укрыл мяч. 15 минут до конца основного времени матча. Это может быть опасно. Аут. Не самая удачная игра головой. Ди Мария. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Похоже, они решили поиграть вдвоем. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Удар! Нет, такими ударами его не пробить. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Смотрим за этой атакой. Насри. Рыхой. Заброс вперед. Грамотный пас. Все по делу. Паштуш Пимпаре. До конца игры 7 минут. Есть шанс развернуть контратаку. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Рыхове. Насри. Тут может что-то получиться. Прошу вас, но тут надо признать, что и соперник-то не особо мешает. В отборе играют действительно слабовато. Как бы теперь рубить не начали от бессилия. Игра на три исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Насри. Интересная атака. Нет. Две минуты. И не тащит дальше. Выбивает вратарь мяч после навеса.
проиграли, но были в шаге от сенсации. Представляешь, Константин, как сейчас чувствует...